и Жан-Клод Берумушаху из Бурунди, резервный арбитр Сичурн Раджиндра Парсад из острова, вернее, Маврикии. Ну, а составы команд мы сейчас представим буквально со стартовым свистком. Команды, самое главное, готовы к бою. Мохаммед Кофи, очень такой колоритный персонаж сборной Буркина-Фасо, судя по всему, очередной матч к ряду начинает на позиции крайнего защитника. Машкара какая-то летает над полем стадиона Сокер-Сити. Вот, кстати, к вопросу об этих мошках. Естественно, такого не было во время финального матча чемпионата мира. Но там зима была, да, а здесь лето. На нынешнем турнире это уже было. В Нельспрейте полчища саранчи заполнили поле и вообще не оставили от него ни одного живого места. Там на песке доигрывали команды, я имею в виду Гану и Буркина-Фасо. Ну что, к составу, наверное? Ну, давайте начнем все-таки с команды Нигерии. Она сегодня фактически номинальный хозяин, потому что стоит вот в этой паре первой. Сегодня меняет Эминики в стартовом сочетании атакующей сборной команды Нигерии. 17-й Дионазий, 19-й Сандемба и 2 Франция. Он сейчас идет на втором месте. Кстати, в эти же минуты, по идее, должен играть еще и очередной календарный матч чемпионата Франции дома с Лилем. И он сейчас отстает. Сегодня формально вместо Эминики в центре обороны действует под 15-м номером Учи Икичукву, лучший бомбардир Нигерии в отборочном турнире, но пока еще не очень-то преуспевший здесь, на Кубке Африканских наций. Поэтому-то, собственно, Эминики его и вытеснул. А будет и третий удар по воротам, пока над перекладиной, но это только пока. Бил, естественно, ФМ Броуз, один из самых колоритных защитников сборной Нигерии, тоже, по сути, проводящий первый такой полноценный турнир континентальный на серьезном уровне. Кулибали, да? Вот Кофи тоже мог сыграть, центрального защитника, но с учетом того, что есть два таких сильных центра. В коем случае нельзя предоставлять вот этот простор. Мозес сохранил мяч у себя и у своей команды. Попытка прострелить и угловой зарабатывает Виктор Мозес. Напомню, что получил он травму в матче с малийцами. Долго ее приводили в себя, приводили в чувство. Но еще от Мозеса. Но где-то матча с третьего Мозес стал выходить почаще и уже делает погоду, настоящую погоду в игре своей команды. Удар по воротам. Мяч пустые, ворота не попадает. Транжирить момент начинает нигерийцы. Это второй пущенный ими голевой шанс. Брауна Дэй, кстати, бил лучший бомбардир киевского «Динамо» и второй снайпер нынешнего сезона в Украине. Бровочки отдавая. Но Мороз не стал этого делать. Пас и офсайд. Возможно, так оно и есть. Судья поднимает боковой флажок. Это Учи Икичукву, который залез в положение на игры. И который, возможно, сытит Левуара. Спокойно, уверенно и надежно. Ну вот острая ситуация у ворот Супер Орлов. И здесь мяч коснулся после передачи Петройпы. Кого-то из зач слева атакует. Прострел! Уже не первый раз мяч отскакивает от вратаря буркинийцев, где оказались сенсациями на том или ином турнире. Удар Бансе! Очень высоко. В этом просмотре были матчи чемпионата Европы 2004 года, где победила Греция. И бьет! Опасно. Но вот второй удар уже гораздо более интересным получается в исполнении нападающего Аугсбург. Учем. И нарушение правил. Ну вот Учи меняется местами с Идея. То один центр залезает, вторую хуй. Интересов остается. И вот Идея получает мяч. И опять проблема с обработкой. Здесь бы постичь чуть-чуть в сторону, что он, в общем-то, и пытался сделать. Но получилось как нельзя хуже. Еще раз посмотрим. Да, ну вот, пожалуйста. Но команда Тегири. Ну, первая это очень Тимброуз, конечно, потому что передача получилась крайне слабовато. Да. Мозес. Сохранил мяч у себя, но вот здесь его остановили. Не дозволили на прием. Желтая карточка. Первая в матче. Флоран Руамба из молдавского чемпионата получает это предупреждение. Да, Кубков Африканских наций. Одни дебютанты вокруг. Удар по воротам. Но потерял ворота игрок сборной Буркина-Фасо. А это был, между прочим, Бакари Коне. В Лионе, по крайней мере, когда он был востребован в прошлом году, когда практически... Второй сейчас. Правильно. Мозес. Мозес. Удар по воротам. Надо было вот здесь уже, наверное, надо было направо на Тичуку отдавать. Удар по воротам. Гол! 40-я минута. Мусаса, товарищи, празднуют взятие ворот. Ну как же это получилось-то? 19-й номер. Сандемба, тот самый, который похоронил Кот-д'Ивуар. Ты видел, как он сыграл? А вы говорите, чемпионат Нигерии несерьезно. А он, кстати, из чемпионата Нигерии человек. Второй мяч на турнире, да еще какой эффектный. Сандемба. Казалось, что все. Надежда поймать мяч на ногу и спокойно пробить. У него нет. Вот Кулибали привез вот это вот
Еще раз. Опять Мозес бьет защитника, но мяч взмывает. На площади забил один из самых красивых голов на этом турнире. Но опять пока, вот посмотрите, выход к воротам, удар, но... Выбивают защитники. Нарушение правил против Панадзутигири не было. Накулма. Это Накулма. Прошу прощения, 22 номер. Ну вот, пожалуй, ну а кто откликнется, если... Ох, ох. И опять в рассчитанной пенальти пропал. Бансе бьет! Очень третья попытка Аристида сегодня. Но нужно попадать в створ ворот. Уже три мимо. Здесь нигерийцы очень ненервно сыграли. Но здесь все-таки перехватил мяч Мбай. И опять нанес удар по воротам. Так же он эмоционален, как реагирует на... И больше добавлять не стал. 1-0 Нигерия впереди после супергола, который действительно украсил этот финальный матч в исполнении Санды Мба. Сегодня его день. Санды, воскресенье. Он не мог ни за такого уровня. Сегодня действительно главный день в жизни многих из тех, кто на поле. Нигерия, Буркина-Фасо. Первый тайм позади. 1-0 после красивого. Мозес тоже в свое время пошумел в английских юношеских сборных. Отличный пас. Идея! 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 Рядом со штангой. А может быть, даже коснулся мяч в стойке. Вот так начинают нигерийцы второй тайм. Да, едва не коснулся мяч, была оборона сборной Нигерии. Даже более того, выгодно выделялась на фоне того, что происходило в защитных порядках Буркина-Фасо, где явно дергал. Дислокация. Накулма зарабатывает штрафной. Теперь уже в пользу своей команды. А будет ли бить? Под левую должен подрабатывать, а решился под правую в конце концов. И решился зря. Да, спрятал свой удар под защитником сборной Буркина-Фасо и хотел таким образом... Бансе без присмотра, подача. Удар головой Бансе прямо в руки Энеяма. Но в четвертой попытке все-таки укладывает мяч в створ ворот нападающий Аугсбурга. И вот здесь вот на втором этаже он действительно... Российской, уже российской клуба. В свое время именно с Антверпеном в полуфинале Кубка Кубков играл Спартак, когда пытался все-таки этот турнир выиграть. И вы помните, скандал. Там еще один его партнер, может, с троих уже прошел подача. Ну почему же там никого-то из своих нет, а? Ну, кстати, если бы чуть пониже отправил мяч во вратарскую, уж не Мусали там был в качестве адреса. Ушел от защитника, но такая фора была. Ну, впрочем, да, тут его жестко сбили. А, Кабуре это был, прошу прощения. Спас... Поддержка, Мозес! Муса! Как обидно, сам наступил себе на ногу. А... Да, сам упал штрафной. Не совладал. Победа, Накулма! Пошла игра на встречный курсах! Ну, вот наконец-то родили что-то серьезное. Жеребцы. Энеяма спасает. Поль Пут понимает, что таких моментов может больше и не быть. Кабаре. Кабаре, конечно. Хороший пас, если нет офсайда. Но нет, офсайд был. Тоже давай отметим еще. Мы, конечно, видели Кабаре в матче за Марсель, но команду на будущее строят Кеши. Кто знает, возможно, это лишь первый финал из целой серии таковых, которые будут у сборной Нигерии еще. Играть. А Муса показывает, я слева и я один. Штрафный удар. При том, что Мозес очень часто стягивает на себя. Ух. Это еще один шансик малюсенький для сборной Буркина-Фасо, за которую болеют многие. Дальше есть, а никого нету. Но вот здесь забивай, забивай, забивай! Получает мяч Мусау, штрафной, опять вырезает его на партнера. Могли забить прямо сейчас и снять все вопросы. Вот Муса здесь так играл. Все очень четко сделал. Два момента его имени. Матчем за национальную команду. Ну уж точно один из рекордсменов. Вот сейчас поговорим о том, какой он рекордсмен после того, как все-таки успокоятся страсти. 95 игр, да, это. Хотя на этом турнире он потерял место в основе. Мамуни Дагано. Жесткое было там противостояние, но счет команда ФАС, потому что они взяли, побежали вперед все. Как игра один. Рукой. Да, и желтая карточка. А слева Абдуразак Трауре, но бил все-таки Дагано. Слишком много доверия ему все-таки в этой сборной оказывают партнеры. Все. Дает. Зато свершилось. И Нигерия празднует свой успех. Третий континентальный успех. Именно Нигерия будет играть на Кубке Конфедерации этого года в Бразилии. Вместе со Стивеном Кеши, с Эммануэлем Эминики, Ахмедом Мусо и всеми, кто...
ковал эту победу. Шикарный успех. Джекпот в размере 1,5 миллиона долларов.